Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу вам рассказать о весеннем способе окулировки открытым глазком, не заматывая глазок пленкой. Сейчас вот у нас есть вот такой вот череночек с почечками, где набухшие, где еще спящие. И есть вот такой вот подвой, не прижившийся. Видите, вот глазочек выпрял или сгнил, не прижился. И мы ниже берем, делаем вот такой вот зарез. Затем берем почечку, срезаем аккуратненько со щитком и вставляем сделанный зарез. Хотя бы одна сторона должна соприкасаться привоя с подвоем. Если щиточек шире, пусть висит немножко, но одна сторона должна соприкасаться. Если уже, здесь будет не доставать, но одна сторона должна прикасаться, для того, чтобы было правильное срастание карбинальных слоев. Затем берем полиэтиленовую ленточку и ниже почки, вот так вот тугенько, заматываем. Затем переходим выше, под почечку, и аккуратненько потом рвем, рвем пленочку, перематываем вот так вот. То есть, если не рвется, мы завязываем сразу, если рвется, вот так вот мы перематываем сразу. Скажем так, убили два зайца и показали, что случается, если рвется пленка. Такое бывает редко на хорошей пленке. Еще раз, да, покажем. Давайте еще раз посмотрим. Вот так вот, видите, здесь у нас бывают вот такие вот проблемки. Значит, такой, вот смотрите, рыжая, вот побитая этими грибками. Такой мы не берем. Вот берем чистенькое, чтобы был срез и красивенький. Вот хотя бы вот так. Затем берем почечку. Аккуратненько. Вот она, видите, она немножко шире. И вот она свисает, почечка. Здесь мы равняем чуть-чуть. Вот. И берем опять ленточку. Вот. Здесь свисает. Здесь аккуратненько по краешку все совпадает. И мы заматываем под почкой. Вот так вот заводим за почку и выше. И аккуратненько, аккуратненько затягиваем. Перчатки плохо получились. Вот. Вот, красота. Все. Здесь перепривили. Через буквально 2-3 недельки мы посмотрим результат. Для лучшего срастания нам необходимо вот эти верхушечки подрезать. Но это если у нас идет хорошая вегетация, то есть если тепло. Если у вас дичок на улице и ожидается минусовая температура, вот, коротко подрезать нежелательно. Желательно оставить до хорошего сокодвижения. Так как у меня все находится в тепличке, здесь плюсовые температуры хорошие, вот, все растет. И еще раз, это уже окулировка открытым глазком персика. Вот у нас есть подвой алыча, есть привой свитринг. Вот. Сейчас мы зарезаем вот, вот так вот алычу, делаем и срезаем почечку свитринга. Вот. Все это дело вставляем. Соблюдаем с одной стороны хотя бы или с двух, если получается, чтобы комбинальные слои коры соприкасались. Затем подматываем под низ почки. Вот. Переходим постепенно, постепенно наверх и стараемся полиэтилен засунуть под почечку. Вот. Аккуратненько заматываем сверху, и у нас получается вот привитая, вернее, заокулированная открытым глазком почка свитринга на подвое алыча. Вот все, дорогие друзья. Всего доброго. Посмотрим через пару недель, что у нас получилось.